А пока Гафурбеков очень изящно обработал мяч, двигается ближе к центру, переводит на противоположную бровку. Неплохо, Металлург идет в атаку, удар! Дорогие друзья, вы видели этот гол? У игрока с левой ноги удар в девятку, красота. Ой, какая красота, а, Бекабадская. Да, друзья, это Исмаилов, и вот так вот сейчас великолепно сработали фланги. Азбек Омонов. Топнинг олды де. Сандер Лабанов. Зарба йолланды ва гол. Насаф пенальтидан хисобны тенглаштырыпты. Ну, прошла, может быть, на Гафурова. Тот упал. Матеус решил вот так действовать. Ему непросто, ему сложно. Приходится бороться в прямом смысле. Желтую. Красную показывают Матеусу Лиме и выдворяют за пределы почты. Так, здесь борьба. А, вот оно в чем дело. Ну, отмахнулся и в лицо угодил Касмынину Лиму. Там была на самом деле борьба, вот здесь вот друг друга хватали. Мне кажется, Лима специально не бил по лицу. Сегодня как-то у него с передачами, да, не очень. А может быть вот сейчас. Вот он этот момент. Навес, удар и передача! Насрулаев, он ее готовил в 92-й минуте. И всякий раз у него пасы были неточные. Но вот тот самый момент. Он готовил свою одну, единственную точную передачу на 92-й минуту. И вышедший со скамейки Алибек Давронов совершил, вы знаете, на мой взгляд, этот гол. Вот этот гол.